Сегодня в программе 4-й областной праздник «День безопасности» собрал в Южно-Сахалинске школьные команды из 15 районов острова. Открытое первенство по спортивной гимнастике впервые прошло в селе Озерском Корсаковского района. Торжественное открытие областного праздника «День безопасности» в Южно-Сахалинском профессиональном лицее номер 2. Побороться за звание лучшего знатока правил безопасного поведения съехались школьные команды из 15 районов. Очень символично, что этот праздник в нашей Сахалинской области стал уже традиционным. Мы традиционно его проводим именно в преддверии 13 октября. Вы, наверное, знаете, слышали, что 13 октября Сереж, вот видишь? Испытания теории и практики продолжались 2 дня. Это первый. Все задания участники узнавали на старте. Ну, ремень не получилось застегнуть. Почему? Да неправильно, просто получается. Одна требуется только собрать велосипед в строгом порядке. Собрать велосипед, надеть защитный пожарный костюм – все на время. А еще ответить на вопросы по теории безопасной жизни. Знания и умения команд оценивали эксперты – спасатели, пожарные, медики, сотрудники ГИБДД и Центра детско-юношеского туризма Южно-Сахалинска. Поддерживали участников популярной мультяшка Сеня и его друг кот Васька. Только первое место. Все-таки выиграть. 304 балла пока что. Кольцо с поплавками. То же самое. Бросили его в легкий. А вот так проходил второй день соревнований. Взрослые моделировали опасные ситуации. Как вести себя в походе, во время землетрясения, на воде. А детям предстояло найти единственный правильный выход. Только сильнее. 1, 2, 3. Вау! Это террористам ни в коем случае. С каждым годом, вот это проводится уже не первый раз, видим, что ребята, опыт знаний у них с каждым годом лучше и лучше, вот, поэтому мы довольны. В этом году в сценарий праздника организаторы впервые включили экскурсии в одну из пожарных частей Южно-Сахалинска, а еще в поисково-спасательный отряд имени Полякова. Дыши, не бойся. У тех, кто вдохновился увиденным, был шанс попробовать себя в роли настоящего спасателя. В итоге лучшими знатоками правил безопасности жизнедеятельности оказались школьники из Корсакова. Второе место у команды из Ноглик, а третье у ребят из Углегорска. Все участники получили подарки. Праздник был организован в рамках программы «Что делать в чрезвычайных ситуациях», партнерами которой уже 8 лет являются Главное управление МЧС России по Сахалинской области, Министерство образования и компания «Сахалин Энерджи». В Корсаковском селе Озерском впервые прошло открытое первенство по прыжкам на акробатической дорожке и спортивной гимнастике. Здесь появилось новое оборудование – прыжковый конь, соревновательный мостик и бревно, жерди для брусьев, акробатическая дорожка, гимнастические маты, а еще батут со страховочными стволами и соревновательные разновысокие брусья. Первыми новые снаряды опробовали воспитанники спортивных школ Корсакова, Южно-Сахалинска, а также хозяева зала – озерские гимнасты. У нас сейчас снаряды европейского уровня. Мы можем проводить хорошие соревнования. Дети очень рады. Они с удовольствием, они в восторге. Именно от снарядов занимаются еще с большим усилием, чем занимались до этого. Закупить новое оборудование и организовать соревнования в Озерском стало возможно благодаря реализации 2 проектов. «Спортивные дети. Здоровая Россия» и «Безопасность на тренировках. Гарантия здоровья детей России». Их поддержали члены Корсаковского партнерского совета по устойчивому развитию, а профинансировала «Сахалин Энерджи». Проведение таких масштабных соревнований в селе теперь станет доброй традицией. Но на первых соревнованиях победила дружба. Медали поровну разделили спортсмены из Корсакова, Южно-Сахалинска и Озерского.
Безопасный в школу путь – это вам не как-нибудь. Карту школьного маршрута ты составить не забудь. Пусть родители помогут выбрать верную дорогу. Люк открытый обойдем и дорогу перейдем. В этом светофор поможет и разметка зебра тоже. Переулок темный, так, безопасность не пустяк. Светлых улиц впереди много, ты по ним иди. Осторожность не забудь, с ней до школы близок путь. Знать об этом должен каждый, безопасность это важно.